Сергей и Елена Перепелица состоят в браке 13 лет. Они вырастили троих сыновей – Степана, Гордея и Ефима. Воспитание и активное участие в жизни детей Сергей считает своим долгом. Но сейчас он отдает долг родине в зоне СВО. Награжден двумя государственными наградами – Орден мужества и медаль за отвагу. Я так подшучивала над ним, говорю, ты прям оденешься, прям Жуков. Вот. А он, ну, считал, что достаточно просто одеть одну государственную награду, да. И тогда уже да. Все понятно. Во время службы Сергея в зоне СВО его семье оказывает поддержку администрация Ленинского городского округа. Временно исполняющий полномочия главы Станислав Катаров навестил семью мобилизованного и вручил памятные подарки. Давайте бабушке подарим вот это, а бабушка расскажет, кому чего. Да? Дух патриотизма в Сергея пробудил его дедушка Василий Перепелица, ветеран Великой Отечественной войны. Его наградной список полон орденов и медалей, одна из которых за взятие Берлина. Он оставил военный дневник, тем самым увековечив свой подвиг для родных. Это вот он вел в течение войны какие-то там сокровенные свои мысли. Вот он пишет, допустим, это вот уже когда они в Германии были, когда уже Берлин взяли. За время отсутствия супруга у семьи возникли трудности. Руководство муниципалитета пообещало решить накопившиеся проблемы. На лето можно как-то организовать путевки в лагерь, потому что мама не работает. Администрация Ленинского городского округа продолжит оказывать поддержку семьям мобилизованных. Инга Янчук, Гульнара Балаева, Видное ТВ.